Привет, друзья. Слушайте, видите, замазал всю картину свою, размечтался. Ну вот, буду сегодня делать, это такой кайф, я наконец понял две вещи. Первое, как ее сделать такой, чтобы действительно было как надо. А главное, почему я это понял, потому что я всю ночь думал, как же так получается. Вот 50 лет я занимался иглотерапией, 50 лет, плюс я занимался психотерапией, плюс психологией, философией и так далее, да, вот 50 лет я общался с разными людьми, и я вспоминал, слушайте, вот сейчас вот такой трудный момент, мне надо выйти на очень такую широкую аудиторию, на очень большое начальство, я анализировал, как у меня получалось тогда, почему я тогда мог общаться с большим начальством запросто, свободно, они сами ко мне притягивались, я вот понял, в чем дело, вы не представляете, как это смешно. Да-да-да, дело в том, что, оказывается, психология людей такая, что я, оказывается, применял рецепт из нескольких точек, которые снимают страхи, при этом я успешно этим рецептом, это наш семейный рецепт, я его продумал, придумал в течение работы, там после терактов, когда надо было срочно вывести человека из шока и так далее, и в других случаях, ну когда срочно надо, там не было возможности учить саморегуляции, времени не было. Вот. И ко мне попадали такие начальники, которые, значит, были со страхами. Ну, по всяким разным поводам. Я имею в виду такой страх, серьезный. Они не могли работать, они не могли жить, у них были панические приступы и так далее. И я вот благодаря этому, что находился в таких обстоятельствах, поскольку я человек по природе творческий, как говорится, да, и очень любил иглотерапию, психотерапию и развивал вот эту науку саморегуляции, получилось, что я им делал процедуры, которые снимают страх. Попутно я им параллельно объяснял, что такое метод ключ. Они пробовали все эти упражнения, им это очень нравилось и так далее. Но теперь-то я понял, в чем дело. Дело в том, что я им всегда при этом говорил, что хорошо бы дать всем людям эти упражнения. Они почему-то вот не давали. Я вот, да, я и замминистр спорта СССР, у меня вот, много людей, которые могли одним движением пера вызвать интерес у населения, понимаете. Я бы показал это все, ну, хотя я одновременно это давал же. И во всех газетах, включая совершенно секретно парламентская газета, там, в «Науке и жизни», ну, везде же тоже давал. Ну, почему они ключ не брали? А вот контакты такие, задруживания с начальством у меня всегда получались. И почему они не отдавали это как бы людям? Потом я понял, вот я вам хочу сказать очень смешно, да? Дело в том, что этот рецепт срабатывает, человек избавляется от этих вот панических атак, там и все, приходит ко мне, потом он с женой приходит, потом мы дружим, и говорит, ты сделал мне то, что мне не могли ни больница, ни врачи, ни, ну, никто, ни Минздрав, там, ну, значит, короче, никто, ну, они же большие начальники, да. А ты, говорит, смог сделать. Там у меня, знаете, какие начальники были, там уж, даже говорить, это люди, которые управляли государством. Так вот, вопрос в том, что, оказывается, они меня слушали об этих приемах, как бы понимали, но им главное было, вот, что они выздоравливают. А вот это вот приемы, даже он даже рассказывает кому-то, другу, например, своему. А того это не очень интересует, потому что, ну, короче говоря, это так смешно, вот я вам сейчас скажу, в чем суть. Вот мы говорим янь и инь, мы говорим плюс-минус, мы говорим страхи, мы говорим состояние
адреналовых кризов, мы говорим о позитивном отношении к жизни, об эгоизме, альтруизме. Оказывается, там есть такая связь очень серьезная. Оказывается, я-то выводил людей из стресса и страхов, из паник с помощью иголок по вот этому рецепту. Я на самом деле создавал баланс между парасимпатическим и симпатическим отделом нервной системы. А они как раз такие вот являются главными звеньями в равновесии, в гомеостазе, восприятии мира. Когда симпатический отдел работает, ну, симпатикотонические такие рефлексы возникают, сердце бьется часто, там зрачки суживаются, адренал, криз там и прочее десятое. Когда парасимпатический, это царство вагуса, царство сна. Ну, когда баланс я создаю с помощью этого рецепта, да, ну там затылочные точки, ручные точки, шейно-грудные точки. Я не буду сейчас это говорить. Это семейный секрет. Там всего несколько точек. Но я просто хочу сказать, что дело-то не в этом. Ну, рецепт рецепт. Я говорю о том, что они получали сразу снятие вот этих стрессов, паник. А вот эта теория, которую я пытался внедрить, чтобы паник больше не было вообще, и у ваших близких и так далее, этому надо учить с детства, со школы, показывал им это приемы, для них было вторично. И когда они просто приемы кому-то рассказывали, те не воспринимали. Понимаете, в чем дело? Вот это же интересно, да? Потому что их это не интересовало, сами приемы. Я потом вот это все анализировал, я понял, что прием это никого не интересует. Да. Ну, кто-то говорит, ну, приемы, а я знаю другие приемы, а я там метод Бутейко слышал, есть еще метод Стрельникова, есть еще метод Петрова, Аверьянова, метод Иванова, Сидорова, методы там, ну много, они же слышат там много методов, да, им как разбираться, они же не профессионалы, что ключ лучше всего. А вот то, что я ему конкретно сделал, он сразу чувствует. Вот в этом-то все и дело, понимаете? Дело в том, что человек не воспринимает. Вот мне Федор Макаров анализ тоже сделал, он по моей просьбе посмотрел, как люди воспринимают новое. И там он какие-то статьи читал, которые специально этим профессионально занимались, как люди воспринимают новое. Оказывается, только 50% готовы просто послушать о каких-то новых вещах. Остальные живут в своем этом самом. А из этих 50 вообще маленький процент, которые активно начинают интересоваться новыми вещами. Так это, оказывается, дело не в ключе, а в психологии людей. А я так задруживался, почему? Почему я мог быть межэтажным лифтом и между начальниками, и между шахтерами, и таксистами, и министрами, и штангистами? Потому что я конкретно этим рецептом семейным выводил их родственников из жуткого состояния. Ну да, еще раз скажу, там баланс надо было наладить между симпатическим и парасимпатическим отделом нервной системы. А это же есть по существу янь и инь. Это же есть по существу мобилизация внутренних процессов и релаксация внутренних процессов. Да, это же вот так все интересно вообще, супер, да? Поэтому я такой счастливый. Я замазал картину, потому что мне не важно, что вам она не нравится сейчас. Потому что я уверен, что я сейчас ее ночью сделаю. Она будет супер, я вам покажу ее. Да мне вообще сейчас все пофигу, потому что я понял главное, понимаете? Я понял главное, как происходит процесс. О, как интересно. Ну ладно, до встречи, друзья.